мужчинам. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и таких же трудовых успехов в дальнейшем нашей общины. Всех здесь объединяет наш дом родной. Хочу поблагодарить всех, кто собрался, всех, кто помог организовать этот вечер, а также упомянуть тех, кто стояли у истоков нашей общины. Это такие, как Витовт Чапы, тогда заведующий культурного отдела Новобедкения, также первого председателя общества культуры евреев Эммануэля Зингера. Также кто стоял у истоков, это Злати Мудоли, Кира и Володя Павлюшки, Арон Паранштам, Борис Смолер, Наум Шустерман. Ну, всегда благодарить еще пока не за что. Хочу, чтобы мы и дальше так же шли плечо о плечо, чтобы у нас не было эгоистного пути, чтобы все было гладко. Хочу предоставить слово председателю республиканской еврейской общины, который у нас сейчас в гостях, Симону Альбировичу. Кавалер, языка начинает. Так, немножко обрусевшая община, может быть, это и хорошо, это и проблема. Я хочу сказать вот что, что никакие бури, никакая полиция, никакие снежные завалы не помешали нам к вам сегодня сюда приехать. Потому что это большой праздник. Праздник большой. И важно то, что он собрал.